Что такое поэзия? Поэзия – это стихи. Поэзия – это стихи. Одинаковые слова по ритму. Поэзия – это искусство. Поэзия – это то же самое, что и стихи. Стихи – это то, что всегда стоит в рифму. Это стихотворная речь искусства. Каких поэтов ты знаешь? Пушкин, Лермонтов, Агния Барто, Александр Пушкин, Агния Барто, Корней Чуковский, это детский писатель, который пишет сказки. Я знаю поэтов, как Александр Сергеевич Пушкин, Ломоносов, Лермонтов, Ирина Токмакова. Пушкин, Лермонтов и Андрей Усачев. Я знаю Толстой, Фет, Пушкин, Лермонтов. Расскажи любимое стихотворение. Агния Барто. Отростская шапка, вежевка в руке, тянуя кораблик по быстрой реке, и скачут лягушки за мной по пятам. И просят меня, прокати, капитан. Добрый доктор Айболит, аль под деревом сидит. Ходит к нему лечиться и корова, и волчица, и зучок, и червячок, и медведица. Исцелит добрый доктор и болит. Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, французам отдана. Ведь были схватки боевые. Да, говорят, еще такие. Не даром была вся Россия про день Бородина. Есть, говорят, в Австралии ужасный зверь кускус. Такой он зверь, я далее писать о нем боюсь, что я начну писать, а он начнет кускус кусать. Дали туфельки слону, взял он туфельку одну и сказал, нужны пошире, и не две, а все четыре.